Привет, друзья! Снова рад вас приветствовать на своем канале Insanus Balletus. И сегодня хочу поднять вам настроение вот таким вот анекдотом. Значит, в село прибегает маленький мальчик к маме и говорит: «Мама, мама, а у нас на сеновале лежат голые тетя и дядя». Мама такая думает: «Блин, такая ситуация неудобненькая». Ну, как бы ребенку так объяснить же. Говорит: «Это дикие люди. Они из лесу, там голые бегают. Вот они побегали, устали, и у нас на сеновале заснули». Ну, малой такой говорит: «Ну, понятно», и убежал. Через время прибегает и говорит такой: «Мама, мама, тетка может быть и дикая, из лесу, а папка наш, домашний». Вот такой вот анекдот. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем хорошего настроения, удачи, счастья, до новых встреч, пока!